Добрый день всем. Ну давайте попробуем, познакомимся, так сказать, с вот этой штукой. Она все делает за одно действие. Я вообще доволен. Вот так вставляем. Вот она, гильза застреленная. Можно вот так вот опустить, чтобы удобнее было. Туда бульк. Это бросили, поставили. Надавили. Гильза обжата и декапсулирована. Вот он капсуль. Вон она, гильза. Перевернули. Поставили эту же. Капсуль выскочил. Мгновенно. Вообще. Просто. Насколько скорость выше от тех же других приспособ. Вот. Гильза обжата и декапсулирована. Давайте попробуем азот. Вот так вот чисто. Мое мнение, лучше брать вот разборный, потому что тогда вот эта часть не вываливается. Но это кому как. Поставили. Поставили вот эту штуку. УПС обычный. Надавили. Все, ребята. Капсуль вылетел, шайба вылетела. Можно как бы и рукой... А, ну вот идет, кстати, я от руки, гляньте, я сдвинул. Ну, что его мучиться? А так только... Раз! Все выскочило. Гильза слазит отлично. Гильза обжата и декапсулирована. Я в шоке. Классная вещь, реально классная. Единственное, что немножко она под УПС не становится, под вот этот. Я имею в виду... Вот эту высоту, видите? Там какой-то, если даже вот этим носиком надавить, вот он заходит. Ну, там какие-то миллиметры. Ну, это не важно, ребята. Можно надавить, как я это делаю, вот этим роликом. Вот так. Надавили. Ролик, кстати, лучше вот эту часть утопляет. И, мое мнение, вот эту часть нужно как раз точить. Наверное. И будет во, приспособа. Вот как раз... Вот так вот утопить и сточить. Вот это прям на электроточиле. Будет она под УПС становиться. И видите, можно будет вот этой площадкой давить. Потому что если мы будем давить площадкой, вот эта часть у нас до конца не утопится. Ну здесь все дело приспособы. Классная вещь. Ребята, я теперь декапсулирую свои гильзы в два раза быстрее. От вот этих всех других приспособ. В два раза я декапсулирую быстрее. Давайте посмотрим. Я ее сейчас положу сюда на место, на свое законное. Я доволен. Классная вещь. Сейчас давайте померяем. Где мой штанги? До скольки она обжимает. До какого диаметра? По нулям. 24. А больше и не надо. 23 это уже 24. Ну, чуть если придавлю. Да нет, 24. Ребята, если... 24. Если с вот этим декапсулятором у меня уходит, ну, там... 10 секунд на гильзу, да? Даже меньше, 7 может идти. То с вот этими другими подставками, другими производителями, даже РТ-3, даже там какие-то еще, вы понимаете, что нужно одеть, снять, вот эту иглу поменять, опять одеть, опять нажать. В 2-3 раза это больше по времени. Вот я вам показал, как вот эта приспособа работает. Но посмотрим в секундах. Мне прямо аж самому интересно. Вот тут часы ложу. И на этом, наверное, все. Так. Ставим вот так ее сразу на свое место. Жмем секундомер. И попробуем быстро обжать и декапсулировать. Раз. Два. 10 секунд. Ну вот, то же, что я и говорил. 10 секунд на гильзу. То есть,
100 гильз я обожму за 100 секунд. Сколько у нас времени? Вот такая приспособа. Немножко надо руки вытереть. Она еще мажется, так сказать, после обработки. Вот. Классная вещь. Берите разборную, потому что вот эта часть не вываливается. Я думаю. А там, я не знаю, будет как оно удобно вот этой вот обжимать или неудобно будет. Ну, в общем, не знаю. Ну, вот немножко, если вот так вот работать, то лучше, чем вот эта часть, не будет вываливаться. То есть ее надо придерживать рукой, но это не мешает абсолютно. 10 секунд уходит на гильзу, ребята, я в шоке. Не видел я еще приспособ быстрее, чем вот это. Ну, нету их. У меня все были, вы все их видели на канале. 10 секунд. На вот эти даже уйдет, на другие там больше. То есть заказывайте, классная вещь. У кого нету пояса, можно самому сделать. У кого нету и не нужен, он работает от молотка элементарно. Что я сделаю? Я все-таки немножко вот эту вот, видите, вот она села, вот так вот ее надо, по идее, высточить. И гильза будет быстрее выходить. И не надо будет вот этим колесом давить. Ну, пока это мысли. Вот. Поэтому классная вещь. Рекомендую всем.